От имени всех лейтенантов к микрофону приглашается лейтенант Александр Александрович Крехалев. Уважаемый Вячеслав Александрович, Константин Александрович, уважаемый офицерский состав, в этот торжественный день от имени выпускников военно-учебного центра Балтийского государственного технического университета военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова позвольте мне обратиться к профессорско-преподавательскому составу, к нашим наставникам, к дорогим родным, близким, друзьям, родителям со словами благодарности и признательности. Сегодня важное событие для всех нас. Завершился первый этап нашего профессионального становления. За годы учебы мы получили разносторонние знания, научились преодолевать себя, побеждать, обрели верных, настоящих друзей. Перед нами открылись широкие горизонты. За годы учебы для себя мы усвоили главное, то, чему нас учили офицеры-наставники. Успеха добивается лишь тот, кто всегда идет и стремится к своей цели, кто настойчиво идет к ней. Нет ничего непреодолимого, если всегда поставлена перед собой цель. Для наших же родных, близких, друзей, родителей годы учебы были сложны. Это были насыщенные годы ожидания. Вы, дорогие наши, переживали, но верили и знали, что мы вас не подведем. И ваша вера и поддержка очень была дорога нам. И спасибо вам за это большое. Офицерские погоны – это огромная ответственность. Уверен, что пройдя через годы, мы станем настоящими офицерами, завоюем уважение своих сослуживцев, своих подчиненных. Слова искренней благодарности хочется выразить преподавателям наших выпускающихся кафедр А1 ракетостроения и Е1 стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного вооружения. Будьте уверены в том, что мы с пользой будем использовать все полученные знания и применять их уже в будущем. Служить во благо России!